Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Очередная ФФАшечка в Норсгард на восьмерых. Очень ровное лобби. Патч вышел недавно, он, правда, типа для празднования Хэллоуна, там, драугров. Такую карту ввели, я один раз сыграл, мне не понравилась такая кислотных цветов, нафиг надо. Но и поправили всякие кланы. Быков не правили вообще. Занерфили немножко, ну, ослабили Кракена, потому что он реально был какой-то неадекватный. Вообще там нехрен было делать, просто за него играть. Вот я видел, сейчас несколько за воронов стали играть, потому что ворона тоже поправили. И вроде как я все никак не вернусь к нему, скажем прямо. Но против него сложновато стало играть, особенно если вот вы в конце остаетесь, и он где-то не совсем рядом с вами, так к нему невозможно добежать. Он постоянно к вам посылает рейды, и пока ты к нему бежишь, он тебе послал рейд, и ты ничего сделать не можешь. В общем, давайте сыграем. Обычная карта Норсгард, 8 игроков. Вначале, я думаю, вы видели, какие кланы. Давайте. Зелененький цвет нам выпал. Ну, я, наверное, оставлю вебку. Тут она не закрывает. Там очки только видны, но их еще найти надо сначала, чтобы там было видно вообще какие-то очки. Так, у нас тут раз, два, три, четыре будет. Вот я люблю, когда четыре вокруг. То есть, на самом деле, пять территорий для быка вначале присоединить. Этого достаточно, чтобы содержать 14 поселян. По счастью, никуда не будет проваливаться. Так, на кнопочку I вот это включается, если кто не в курсе, либо так, надо народ отправить. Давайте, наверное, отсюда начну исследовать. Я вижу, что тут уже овечки есть, но это или на этой территории, непонятно. Так, пожелаем ему тоже удачи и веселой игры. Ну, как всегда, на старте желательно, чтобы у нас хотя бы кораблекрушение было. Но, судя по всему, его у нас не будет, потому что, видите, тут уже вверх идет, значит, кораблекрушения точно не будет. Ну, эту можно, наверное, присоединить. Сейчас, хотя глянем, что здесь. Я бы уже присоединял, обрабатывал поле, еду. О, а тут, да, значит, вот эти... Как раз открыл сразу две территории, незащищенные никем. Их можно присоединить. Сначала вот эту, чтобы быстрее еды получить, чтобы эту можно было потом присоединить. Ну, в принципе, тоже неплохо. Есть еда и дерево какое-то, но с руинками и с кораблекрушением было бы круче, потому что это ускорило бы наше развитие. О! Слушайте, две одинаковых еды — это хорошо. Это я тоже люблю железом ускорять именно этих ребят. Ну, которых... Знаете, когда отдельно там на охотники на олени, потом отдельно рыба, отдельно вот эти плодородные земля, и получается, ты никак не ускоришь. Один волк, два волка. Ну, короче, у нас ускорений вообще никаких нету. Чисто в развитие придется играть. То есть нету ни руинок, нету этого кораблекрушения. То есть денег не получить. Нет. Деньги мы ниоткуда не получим. Будем надеяться, что рашить нас никто не будет. Так, тут на добычу. Наверное, надо и здесь поставить лекаря тогда сразу. Еще проблема в том, что у нас и камень научный надо сначала будет зачищать. Я, наверное, сначала эту территорию зачищу, чтобы еще еду добывать. Да, ну сначала лекаря, потом еще поставим корабли с этих пристань дракаров, чтобы наука откуда-то шла. И потом только уже военный лагерь и будем зачищать. Так что пару нападений волков мы пока переживем.
Я, собственно, для этого и ставлю лекарей. Ну, во-первых, они и так еду дают, если они не лечат никого, то просто еду дают, пока у нас тут еды нету. Так, следующая пристань дракаров. Ну, опять же, старт медленный. Прямо скажем. Ничего положительного я тут не вижу. Надеюсь, может, тут какие-нибудь будут интересные места. Только на это надежда. Так, ну вот нападает уже волчок и кусает за бочок одного нашего поселянина. Но мы спасаем нашего поселянина, чтобы ему вообще бока не отгрызли окончательно. Тут я вам хочу сказать, вот волки им палец в рот не клади. Эти ребята... Как там? Придет серенький хорек и наступит Рагнарёк. Это вот про... Красноярск. Восемьдесят накопили, ставим гавань. Ну. Так, 5 из 5. Ну, теперь бы я уже следующим, наверное... Тут я не буду делать и рыбу, и пшеницу. Занимает лишние места, лишние слоты. Нам, на самом деле, 2 пшениц даже достаточно. Будет. Тут у нас будет пшеница... Ну, что-то другое поставим на этот слот вместо рыбы. Тут не так много у нас места на самом деле. Военный лагерь здесь будем ставить, чтобы тоже по максимуму забить. Несмотря на отсутствие денег, мы все равно будем все области улучшать. Нам придется, наверное, где-то... Не наверное, а точно нам придется где-то еще торговый пост поставить. Скорее всего, здесь. Чтобы денег еще побольше сделать. Так, а вы знаете, я даже пока не буду... Я, скорее всего, обе области заберу сразу, но я не буду спешить. То есть мне надо сначала открыть колонизацию, чтобы дешевле их присоединять. К сожалению, немножко придется... Я даже, наверное, сначала буду домик строить. А не добычу еды, например. Все, у нас уже предел по населению. Придется немножко потерпеть. Потому что нет, ну, жалко еды. Не так много обычного быка еды. Чтобы спешить. Да, кстати, тут еще у нас 2 овцы. Ну, хотя бы овцы есть. То есть благодаря этому можно будет немного... Где-то не найду. Ну, там, наверное, быстрее камень добыть, что-нибудь такое поделаем. Сейчас зачищу эту территорию. До конца уже вылечится. Да, видите, у нас с наукой слабоватенько. Поэтому медленно. Уже к этому моменту должно быть открыть колонизация. Должна была бы быть открыта. Но я поближе к границе их подгоняю, чтобы, если будут проблемы со здоровьем, чтобы я мог убежать быстро. Не, по идее, должны убить этого волка. Без проблем. Да. Наверное, все-таки... Я обе территории сразу колонизирую. Тут без разницы, на самом деле. Надо сразу на научный камень отправлять. Тут сразу сначала дом строим, чтобы быстрее население стало прибавляться, а потом уже поле. Так. Нам надо быстрее открывать градостроителя, хотя у нас денег мало. Да, надо, кстати, в следующем ставить еще одну пристань дракаров. Так-то у нас, если что, еды будет не хватать, у нас есть вот овечки. Мы бедные овечки, никто у нас не пасет. Мы таем, словно свечки, кто же нас спасет? Фиолетовый открыл врата Хельхеймах. Хрен знает, по-моему, там никто в начале цвет не выбирал, поэтому сложно сказать, кому свезло. Так, что-то я немножко затормозил, надо было раньше...
ставить, когда уже 80 насобиралось, ставить сразу пристань дракаров. Так, ну и зимой, как всегда, отправим скаута исследовать оставшиеся эту и потом эту. За зиму скаут обычно, ну, не улучшенный, без всяких этих, обычный скаут три территории за зиму открывает. Минус 8. Ну, сейчас будут появляться еще жители, сейчас будет не такой минус, на самом деле. Не хочу я сейчас овечек, не хотелось бы овечек уже сразу использовать. Ну, вообще, мы медленно идем. Видите, я даже второй по науке, обычно бык, ну вот, до яростного натиска первый по науке. Но здесь с таким медленным стартом что-то не очень пока. Кто-то даже ну, это явно тот, кто у кого-то руинки есть рядышком, вот он их нашел, ускорился. Так, где у нас могут быть волки, которые будут на нас нападать? Ну. Так, градостроитель. Значит, улучшаем эту территорию. Но все равно улучшу эту тоже. Слушайте, может мне здесь торговый пост поставить? Я вот думаю. Просто, ну, мне надо его ставить там, где, ну, до него дольше будут добираться соперники, да, чтобы не... Ну, вот тут у меня есть руинки, но они, видите, это не для раннего развития. Мне надо сначала будет зачистить драугров, потом туда забирать эту территорию, а это не самое важное, потому что тут у нас железо всего лишь, а не, например, камень. Камень для быка важнее. О, тут зато есть гнев Тора. Ну вот... Это хорошее место для быка. Но это явно, причем, моя территория. Она в третьем радиусе от ратуши. Так, давайте посмотрим, что тут никуда не пройти на всякий пожарный. То есть выход только сюда, сюда. И тут нигде не пройти. Блин, минус 7. Давайте, наверное... Очень не хочу использовать овечек пока в первую зиму. Давайте этого тоже пока с науки уберем. Не возвращаю обратно воина, потому что дорого его делать. У нас постоянно проблемы с деньгами. Ладно, давайте, наверное, здесь... Склад поставлю. Сейчас, ну мы уже, то что несмотря на минус, нормально отправляю строй. Сейчас начнется лето, уже в плюс пойдет. Так, тут в первую очередь на дерево. Так, наверное, должно хватить, да. Плюс один. Так, и здесь мы все открыли. А где мое, где мой второй камень? Ну, иначе я пока его верну. Ну, короче, у меня тут есть проблема, у меня нету второго камня, судя по всему. Надо, конечно, вот эту территорию, вот эту проверить, но если нету второго камня, это реальные проблемы. Это прям реальные проблемы. Так, есть склад. Давайте, наверное, уже торговый пост. Надо деньги копить, а здесь ставим добычу. Нет, давайте сначала еще тут склад. А потом добычу железа. Прям так сильно нам не нужен Торфин. Я вижу, что тут никто меня не исследует. Никто рядом даже не открывает территории. Я не думаю, что тут кто-то меня рашить будет. То есть Торфин у нас примерно к началу зимы появится, получается. Я пока развиваю. Не жалею денег, улучшаю зоны. Потому что это все добыча всего остального, мы как бы рано вкладываемся и больше просто получим ресов таким образом. Да, надо следующий уже строить добычу железа. Ну, короче, с началом у нас не очень, прямо вам скажу. Очень так не очень. Так,
Блин, надо было на добычу денег отправить его, а не туда. Так, ну плюс 9 по деньгам. Я даже, наверное, раньше получу 250. Мне, короче, надо где-то что-то здесь тоже еще построить, чтобы улучшить территорию. У меня явно будут лишние деньги. Драугры нас нападают. Ну, короче, нас никто не будет нападать, кроме эльфов в ближайшее время. На самом деле, я даже могу этих двух драугров слушать. А можно мне так и сделать? На самом деле, одним воином как раз бык... Блин, хотя этот стреляющий, вот этот неприятный. Не, со стреляющим не хочется связываться. На самом деле, если бы они оба были рукопашники, то, в принципе, один воин быка, а воины быка самые сильные в игре, вот изначальные там, если не брать, то он может вполне зачистить. Именно воины, я имею в виду, я не беру берсерков. Берсерк, например, одинокий на одном поле у дракона очень неплох. Но одинокий, опять же, он там должен быть один на территории, без подмоги находиться. Ну, короче, не очень. Что-то у нас тут, прямо скажем, не фонтан. Давайте, наверное, эту территорию лучше даже просто один военный лагерь построю. А второй я просто поставлю для улучшения территории и уберу. Но один я построю, пускай будет на всякий пожарный. Не помешает. Вот уже соседи. Вот эта территория мне не очень нужна. У меня же есть один свой лес. Хотя ее, она тоже моя. Блин, а вот тут выглядит, возможно, вот тут камень. Там территория типа с большим количеством камня. А вон желтый следует. Так, вот желтый уже тут ходит. Вот это, наверное, желтый как раз. Нет, знаете что? Это не желтый, это какая-то нейтральная фракция. Блин, хотя я не обратил внимания. Когда вот открыл, я не увидел, было тут уже территория. Ну, выглядит так, что это все-таки нейтральная фракция. Блин, надо исследовать. Надо исследовать. А, знаете, как я могу проверить? Сейчас я просто сделаю. Смотрите, я его делаю скал. Да, блин. Скаутом. Если я могу, нет, не могу. Если я не могу там исследовать, значит, это не нейтральная фракция. Это чья-то территория. Ну, плохо. Слишком близко. Ну, вот эту мне точно надо забирать. Блин, мне вот эту территорию надо посмотреть, несомненно. Пока просто сидим, добываем железо и копим деньги. Пока нам строить больше нечего. Ну, точнее как, военные лагеря надо построить. Знаете что, давайте я камень начну добывать. Во. Я придумал, я потрачу как раз овец, если будет не хватать. Ну, видите, сейчас будет плюс один по еде. Я лучше ускорюсь. Ну, еду из овец получу, а камень быстрее сделаю, чтобы быстрее все улучшить и быстрее выйти. Ну, у меня медленный старт. Вне всяких сомнений. И еще соперники поджимают. Слушайте, ну это он как-то уже так... Как-то жадно вообще тут все позабирал. Если это, конечно, не один... Может быть, это разные еще могут быть. Может быть, кто-то... Блин, ну тут вот не видно. Ладно, откроем когда территорию, тогда поймем, разные это, не разные. Ну, видите, у меня уже почти 250, так что копить... Не делайте, типа, копите 250 и только потом начинаете эти территории улучшать. Сразу улучшайте за быка, сразу улучшайте территории. Ну, это очень какое-то должно быть стечение обстоятельств. Тут на вас так рано напали, я даже не знаю, в нынешней мете, чтобы в первый год-полтора... могли напасть, это просто надо тупо знать, что там бык, вот его конкретно открывать, просто апать этих скаутов, и чтобы еще деньги были откуда-то, то есть чтобы у вас там были эти
руины, ну, соперника, чтобы он к вам пришел так рано и убил вас. И то, знаете, быка даже без Торфина, вот у меня уже два юнита, этими двумя юнитами уже вполне могу неплохо отбиваться, ну и, соответственно, своими поселянами. Наверное, это только за змею может проканать, чисто для того, чтобы он на поселянах прокачал силу своим юнитам. Но играть за змею в ФФА это, мягко говоря, издевательство и над собой, и над соперниками. Что змея в ФФА никогда не может победить, мое мнение. Просто не в состоянии победить. Так, ну что, сейчас у нас Торфин будет. Даже немножко раньше. Я думал, вот как зима начнется, у нас будет Торфин. А так, получается, немножко пораньше даже появится. Ну, попробую вот эту территорию все-таки зачистить и забрать. Даже несмотря на то, что... Хотя... Я в любом случае зачищу. Видите, у нас еще не так много... Не так много, на чем я могу военные очки набивать. То есть у нас не быстро вот этот боевой опыт еще набьется. Сначала вот этого стреляющего убиваем. Блин, почему он начал воина моего бить вместо Торфина? Не знаю, желтый тут или нет, но я не думаю, что он будет эту территорию. Я не буду сейчас ее присоединять. Она мне не горит вообще. Но надо бы тут посматривать, чтобы и он не присоединил. Так, сразу снаряжение давайте. Апаем ратушу. Так, нам надо... вот здесь мы поставим кузню. И вот здесь... Ну, у нас два ворона. Конечно, очень не хочется апгрейдить там, где они могут нападать, но и здесь... Хотя, слушайте, давайте, наверное, все-таки здесь апну. По той простой причине, что тут как раз немножко так, довольно центральная область. Так, и скауты. Да, блин! Как там, X мне уже научили. Когда мисклик всеми этими случайный происходит. Так, давайте пока эту откроем. Я сейчас... наверное, прямо сейчас даже апну уже лагерь разведчиков. И вот этих я хочу исследовать. Так, денег... Нету. Но вы держитесь. Я сейчас должны появиться. Я думаю, как раз он достроит. Я смогу уже улучшать. Блин, там 25, по-моему, требуется. Нет, даже 30. Ладно, чуть постоим, потому что бессмысленно бегать туда-обратно. Мы только потеряем время. Так, вон там уже стоит. Блин, это, по-моему, волк. Вот это тоже не очень... Конечно... Так, а дружина сколько мне требуется? 25. Ну, это мое второе железо. Это точно моя территория, а не его. Но я пока не хочу тратить овечек. Честно говоря. Еды у меня пока достаточно. Так, синий убил кобальтов. Неплохо, неплохо. Я второй по науке, тоже неплохо. Да, волк. Блин, а у него тут... Не-не-не-не-не-не-не! Ну, я не знаю, стоит ему писать, что это мой второй... мое второе железо? Ну, я бы на его месте не упарывался в меня здесь так. Хотя волк как раз в начале может... Так, давайте, знаете что? Я думаю, что нам надо больше... Блин, мы сейчас тут друг дружку аннигилируем на самом деле. Блин, ну это не дело. Блин, ну это трындец просто. Мне придется спешить. Так.
Ну, я не... нету смысла мне на него нападать, пока у меня дружина не улучшена. Я сейчас терплю просто, и в это время строю... военные лагеря. Раз, два, три, вот тут еще. Ну, я надеюсь, что он не заберет руинку. Так, и давайте... Видите, вот этот камень тоже мой. Надо на него рассчитывать. Ну, побежал... Блин. Ой, ну да какой же ты дурачок. Ну вот, ну зачем ты это делаешь? Ну, это точно... Понимаете, человек должен понять, что это не его территория, потому что она от него, ну, как минимум в четвертом радиусе. Он просто забирает, чтобы... Ну, мне надо рисковать тут, как бы... Без вариантов, к сожалению. Всю рынку заберет, отнес. Он уже забрал так быстро. Ай, фак. Ну это какой-то прикол. Тварина, а. Ну это, вот это упорочка, блин. Вот это реально упорочка просто. Ну он еще построил юнитов. Ой, блин, а. Да блин, что у меня с управлением? Кайф вообще, еще кайф. Еще кайфовее. Я вылечиться не могу. Видите? Да. Ну все, ему сдаваться можно. Человек сделал упорку просто на ровном месте. Блин, хочется, наверное, защищенность все-таки возьму. И пир проведу, чтобы быстрее денег получить. Боже, ну какой он упоротый. Блин, как я вот ненавижу таких игроков. Это просто вы бы знали, насколько я таких игроков ненавижу. Он уже проиграл, уже все. Но, блин, он сейчас будет до последнего. Он меня всю жизнь измотает сейчас. И проиграл он только потому, что он вот эту территорию забрал. Он просто, он вынуждает на себя нападать, понимаете? Он вынудил.
Не потому что я типа, давайте сейчас я накажу. Я не могу без этой территории просто существовать. У меня нет, это мой второй камень, он забрал мои деньги. Понимаете, у меня. И сейчас у меня забирает все деньги, чтобы я тратил на этих. Вот этому чуваку достаточно меня исследовать и прийти забрать, когда я буду полностью убит волком. Причем волк тут проиграл уже. Блин, что у меня тут исследует скаут? Вот расскажите мне. Боже, он все хуй. Он, блин, все сюда. Он все свои юниты сейчас потеряет здесь. И он не хочет отдавать эту территорию, вы понимаете? Просто неадекватный человек, играющий дуэль ФФА. А вот как мне играть без этой территории? Кто-нибудь в курсе? Кто-нибудь может рассказать? Просто мрак. Так, у меня дерево кончает. Я даже не могу ничего сделать пока. Так, наверное, надо улучшать дракары. И улучшать хотя бы один учебный лагерь. Всех юнит, всех своих жителей привел, понимаете? Чтобы со мной тут подраться. Вменяемый вообще? Не, вот ты расскажи, ты вменяемый? Наконец-то, господи. О, боже. Вот, ну, вот такое, что он сделал, вот этого не делайте никогда, пожалуйста. Это просто, ну... Кринж. Ну, он взял вот эту территорию, зная, что она не его. Так, а мне в первую очередь надо... Ну, блин, ну еще коричневый здесь будет сейчас летать. Ну, серьезно, господи, ну вы, блин, коричневый хоть кто? Бык. Ну, я не могу теперь, понимаете, мне нужно этот камень. Сейчас я еще буду с коричневым, блин, драться, я так понимаю. Fucking shit, это какой-то прикол просто. Просто какой-то кринж. В очередной раз. Блин, а, ну что такое? Ну как с этим бороться? Вот это старт, а? Но он, по идее, сюда не пойдет, потому что он, наверное, не видит эту мою территорию. Да нет, видит. Усраться. Еще один упоротый. Но это прикол какой-то. Еще какие-то лаги идут.
Просто трындец. А мне нужен камень, мне не железо. Там мне мой релик не нужен. Мне нужно именно улучшать. Как его? Нет, не сюда. Да блин! Военные лагеря улучшать. Сейчас у меня дерева нету. Кстати, этих зачистить, но я не смогу, пока у меня не будет ни еды, ни фига. Не, он походу не будет. Не знаю, правда, ничего не отвечает, но посмотрим. Ну я не могу пока, наверное, убирать. Хотя давайте позачищаем вот это. Домашний очаг возьмем. Ну они типа, то есть я должен вот этот камень брать, который волка был, как вы понимаете, вместо того чтобы разрабатывать, ну и отдать вот это коричневое. Я, знаете, я может быть и согласился бы, если бы и коричневый не брал, но это бессмысленно слегка. Так, знаете что? Давайте вот так улучшим. И надо мне хотя бы 5 железа добыть, чтобы улучшить добычу этих вот ребят. Слушайте, а знаете... Ну ладно, давайте... Давайте, наверное, драугров. Так, я давайте переключу на... Воинственный вид. Блин, это меня утомляет, вот эти. Все, он чувак на тильте, у меня такое ощущение. Он должен отомстить. А двум быкам драться, если еще волку нападать. Волк для довольно раннего нападения, кстати, нормально. Потому что в будущем как бы бык сильнее становится. Кстати, давайте посмотрим в развитии. Но он, кстати, быстрее по науке идет. Но с другой стороны, я уже открыл все, что мне надо для силы. Все остальное уже такое. Так, домик нужен. Здесь давайте поставим. Меня желтый след. Ну, это явно желтый. Б
блин, мне надо добычу железа открыть. У меня всего 6 юнитов можно будет сделать. Ладно, смысл. Давайте набивать опыт. Блин, еще у меня релики хер знает где. У меня Торфин слабенький. Серьезно? Так, я понял. С этим придурком мы не договоримся. К сожалению. Женю, я сейчас мискликнул по его Торфину, так что придется отступить. Ну это то есть. Мы сейчас ждем вдвоем, кто нас убьет. Либо его сосед, либо мой сосед. Понимаете? Во прикол. Во интересно играть. Ну вот он не понимает этого. Ну как вот можно быть таким придурком? Просто объясните мне. Как? Ну, меня желтый исследует. Я уверен, что желтый, если я убью коричневого, желтый сразу придет. Просто сразу придет. Ну что, вот так будем стоять, да, друг напротив друга? У него 16, и у меня 16. Полностью одинаковые армии. Вот как можно так было выбрать для него? Я не понимаю. То есть у него есть камень. Он его даже не обрабатывает, понимаете? Что в голове у чувака, хрен знает. Он не заметил, что я на него напал, что ли? Да блин, опять я по него этому луплю. Пару мискликов. Thank you.
Да блин! Ну это прикол, просто вот мисклики по его этому. Ну он тоже все потратил в эту битву. Вменяемый? К сожалению, вот приходится с невменяемыми играть. Кайф. Просто кайф. Несусветный. Он не в состоянии остановиться. Так, минус 15, но у меня пока еще есть одна овца. В это время там народ развивается, я даже не знаю, кто у меня соседи. А, тут китаец вообще какой-то, ясно. Все понятно. Ну, я могу только надеяться на то, что там где-то вот этого соседа кто-то другой напрягает хотя бы, что у него нету в мыслях ко мне приходить. Попробую, вдруг получится убить. Может, вдруг он там отвлекся на что-то. Нет, не получилось. То есть он копит, ну, у него, наверное, по деньгам так же, как у меня. Он их копит, бросает в меня. Копит, бросает в меня. Так, что нам тут взять? Ну, не знаю, нет, мне кажется, смысла стратегии обороны, потому что... Я надеюсь, что только... Хочется верить, что на него там кто-нибудь еще нападает. Ведь я даже скаутов не отправляю, потому что мне надо экономику поднимать. Чтобы еще территорию присоединить и, наконец, камень добыть. Я уже присоединю, ладно, вот эту территорию, но он же будет и эту не давать обработать. Давайте, наверное, хотя бы... Это железо добудем. Мне надо улучшить поля. Тут даже никто медведя не убивал. Я думаю, что он по науке так впереди, потому что он открыл в первую очередь это военное ремесло. Он, скорее всего, вот тут ничего не открывал. Об этом он верхнюю линию... Я по верхней пошел, а он как раз по нижней, а верхнюю не открыл. Это говорит... Это... Об этом говорит то, что у него не улучшена вот здесь территория. Вообще очень интересно, у него тут скауты стоят улучшенные здесь именно, на что очень, очень интересно, так сказать, чувак играет. Но если бы меня не стопал волк, я бы его снес вообще уже нафиг. То есть так за быка не надо развиваться.
Не знаю даже, стоит ли мне этих... Давайте убью пока драугров. Этот коричневый отстал. Ну как отстал? Он просто, наверное, наращивает силы. У него просто тоже закончилось все, как и у меня. То есть, когда он вернется, вопрос времени. Только... Можно медведиков. Ну, мне до 3000, конечно, далековато. Знаешь, он там зачищает. Ну, мне, конечно, на своей территории хреново с ним воевать. Мне надо на его территории быть. О, что там горит. Он там синий. Так, а это у нас медведь, собственно. А, так а меня синий не исследовал. Меня желтый исследовал. А что, меня желтый тогда исследовал? У меня в соседях синий. Странно. Ну вот, синему, например, на меня напасть. Я тоже, наверное, все на этом у меня тут будет. Так. Давайте. Релик пока даже не думаю строить. Потому что он просто очень долго строится. Мне надо пока экономику поднять. Сколько тут стоит? 140. Прикинь, сколько я еды потратил, несколько раз вот эту территорию забирав. Так, где я могу еще? Давайте сюда. Даже, наверное, вот так сразу сделаю. Я пока не могу улучшить никак. 140. Так, пока мне не нужно дерево, мне как раз еда нужна. Чтобы вот эту территорию присоединить и камень начать там добывать. Честно, какую реликвию синий? Хотя, может быть, синий меня исследовал, просто не заметил этого, как всегда. Так, давайте, наверное, науку. О, он наконец-то решил. Нормальный вообще? Но он нормальный. Вот скажите, это нормальный коричневый человек? Просто нет слов. Сначала один... Ну, опять же, повторюсь, для волка это хотя бы более-менее вменяемый. Правда, он вот... Слушайте, ну, наверное, его ворон убил, судя по всему. Я просто не помню, за кого желтый играет. Ну, так, ну, необычно так. Я думаю, что ворон... А, значит, коричневый нападал на желтого. Ну, коричневый просто отмороженный какой-то был. Просто какой-то мрак. Так нельзя играть. Теперь осталось синему прийти меня добить. Ну, я везде... Как бы не очень хорошо выгляжу, но у меня сейчас хотя бы появляется какой-то шанс. В принципе. И сейчас у меня должно... Если меня сейчас не будут трогать некоторое время, никто. Ну, хотя бы это весело, да? В постоянном напряжении. Так, а где у меня релики? У синего. Вот тут надо как-то исследовать. Короче, мне надо сейчас зимой будет отправлять кучу ребят на исследование всего и вся. Так, вот теперь можно уже и релик начать делать. Ну, получится, не получится, это уже такое. Кстати, что-то мало еды, на самом деле. Идет.
У меня просто мало жителей, поэтому мало еды. Так, я, наверное, где-то тут релик поставлю. Почему у меня камня дофига должно быть на будущее? Я даже думаю, что вполне нормально пристань дракаров апнуть. Но это после того, как мы все воюем. Ну вот, вот уже синий меня исследует. Так, давайте-ка мы здесь поставим... Пойдем пока мишек... Слушайте, а тут еще, кстати, вот эту надо территорию бы забрать. Плюс 10. Тут вот исследовать надо драугров зачистить, потому что периодически набегать будут. Мой Торфин лечится, когда убивает, поэтому именно его надо подставлять под удары. Ну, до 3000 мне далековато, конечно, но все равно набивать надо. Блин, двое убитых в игре — это мои соседа. Мои соседи получились, которые со мной закусились. То есть мне повезло, что... Хотя, не знаю, может, там коричневого еще и на желтого сам нападал. Я не знаю, что там, что конкретно у него произошло. Мне повезло, что не мой сосед на меня напал, когда мы с коричневым, а на коричневого сосед напал. В первую очередь, пока военные лагеря улучшаем. Так, давайте, знаете, что я тут домик поставлю. Явно... Денег у меня достаточно на 12 юнитов, а вот... военных лагерей мало, как раз. Так, давайте уже, наконец, соседей исследовать. Даже, наверное, двоих скаутов отправлю. Что я просто в темноте... О, красный уже бежит меня исследовать. Да чего вы все меня исследуете, не понимаю. Строение. Это, видимо, как раз чувак с высокой наукой сидит здесь. Сразу ранен. Почему меня красный исследует, спрашивается? Зачем? Почему меня? Ну, да, тут... Черный сдался. Так. Давайте дальше исследовать. А, нет, слушайте, это не синий у нас первый. Но я надеюсь, что синий чувак как раз на чувака... Так, давайте мы наоборот найдем того, который... Пишет, что на западе сверху. То есть как раз за синим должен быть. Я надеюсь, что синий на него нападать будет. Это рысью был черный. Так, я сейчас еще один улучшу, потом буду улучшать, наверное, пристань дракаров, а потом улучшу знахаря. Так, и на кого нам... Наверное, даже знахаря улучшу дальше, когда релик построю. Блин, мне может...
Слушайте, а чем мне его открывать? Давайте я свои дела буду. Я все равно никак не могу повлиять, правильно? Там кто-то лидирует по науке, хай они его мочат. Мне надо свои релики находить, во-первых. Во-вторых, зачищать вот эту территорию, чтобы тут не набегали. Кстати, можно, наверное, просто тут стоять. Вот эту надо будет забрать. Минус 12, но я думаю, что нормально мы тут выдюжим. Кстати, можно, наверное, будет улучшить это поле тоже. Я думаю, вот это мы заберем. Тут еще 35 камня надыбаем. Плюс 7. Релик мы тут поставим. Я думаю, что вот этот лидер. А тут еще и скрыто все это. Они оттуда набегают постоянно. Со скрытых мест. Только сейчас до тарана. Так, 5. Блин, еще и не там... Да господи, не... подождите, где? Туда я пройти не могу, это, видимо, у синего. Тут сверху. Где-то еще вот тут. Короче, вот это мне открывать не надо. Вот тут у нас. Тут надо убить драугров. Так, ну ладно. Я надеюсь, там все-таки остановят чувака, который по науке выигрывает. Мы пока релики ищем. И отлично. Так, там где-то за синим все-таки давайте поищем. Волки на него нападают, а он ничего не делал. Он, видимо, нападает на чувака с высокой наукой. Фига себе, его убили. Его красный убил. Наверное, это у красного высокая наука. Ну вот теперь надо красного искать. Иначе, ну, он своего соседа убил. Это только второй релик, да, у меня, да? Ну тут я хоть нормально соберу. И вот тут где-то еще. Ладно, надо не жмотиться, отправлять побольше разведчиков. Да, вот он. Но мне надо сначала, блин, я не знаю, или красного находить. Черт. Все так непонятно. То есть снаряжение так себе какое-то. Так, улучшим пристань дракаров. Держать воинов быку лучше на своей территории, потому что они боевой опыт дают, когда находятся здесь. Видите, плюс 2 пишет. Вот, видимо, красный. И стоят два этих.
Ну, нормально. Это сильно. И что-то не особо его синий прорядил. Короче, надо больше военных... Ну, денег у меня достаточно. У меня нехватка всего остального. Скорее. Да, это Кракен. Как бы его не... И он лидер по науке? Нет, слушайте, а не он лидер по науке. А лидером по науке оранжевый является, на которого красный пошел, собственно. Так, слушай, я тут уже... Я уже в топ-2 вошел тут. Так, улучшаем лекарей. Ну, я не, мне кажется, я думаю, просто красный лидер по науке, а он не лидер по науке, поэтому мне нету смысла мешать ему убивать оранжевого, честно говоря. Так, лагерь щитоносцев, метатели. Ну, мне надо побольше военных. То есть там у чувака 19, мне хотя бы под 20-рик, что ли. Так, а эту можно убирать, кстати, штуку. Тоже побольше давайте построим здесь. А, Вест говорили, топ Вест, блин. Я Вест и Ист перепутал, короче. Я даже нейтральных, ни одной нейтральной фракции не нашел, прикиньте. А, я чё? А, да, это не нейтральная. Давайте соберем их всех вот тут. 17, нет, давайте еще одну... Построим щитоносцев. Ну, 18 юнитов. Ууу, да там оранжевый красного выносит. Да фак. А, подожди, так он ворон, наверное, да? Так, это ворон. Ладно, это он не выносит, он просто пока отправил... Мне, наверное, надо вот отсюда смотреть. Потому что он так, вот так он побежал туда нападать. Что мне надо как-то вот тут искать оранжевого. Тут вообще не факт еще, кому мне помогать. Ну, вообще надо красному, наверное, помогать. Там чувак уже близок к победе. А, и мне бы посольство уже негде, да? Давайте вот здесь колонизируем. Еще камень подобываем. Кстати, уже можно науку пока... Я тут точно наукой не победю. Хотя, если мы оранжевого убьем, можно будет переключиться на науку. Так, давай камень. Давай посольство. Улучшаем. И давай оленей. Ну, когда 80 наберется... Ну, я надеюсь, что все-таки красный убьет оранжевого. Я просто не успеваю туда даже прийти. В принципе. Вот эту территорию мне надо будет еще забрать, но не сейчас. Слушайте, а я сейчас... Блин, так, стоп. У меня сейчас... У меня были бы сейчас большие проблемы зимой из-за отсутствия дерева. Так что давайте-ка мы лучше вот так сделаем. Так, откуда он? Вот откуда он сейчас шел? Я не знаю. Ага, вон оттуда. И оранжевый бежит. Так. Надо помочь красному, я думаю.
Я надеюсь, красный не сдастся. Не хочу писать в чат. Блин, все, хана. Йод, я надеюсь, это не заставит красного сдаться. Так, ну и походу красный там сам отобьется. Нифига не видно из-за метели. Да, сам отобьется. Хорошо. Блин, где этот оранжевый? Охренеть. Так, это мне как-то надо по-другому. Вот так, что ли, вести? Просто оранжевый вот отсюда бежал, так я решил, что он где-то здесь. А тут вон где аж границы, и он трындец. Так. 74. Ну, 74% это, ребята, не победа. Фига он наделал. Оранжевый пытается последнюю эту сделать. Не, ну, я даже не буду ничего отвечать. Я, естественно, не пойду на... оранжевый, я понимаю, что он хочет, потому что, типа... Ты его получишь. Он пытается отвлечь от себя внимание, но, несомненно, он очень близок к победе, его просто надо... Тут мы дальше можем бодаться друг с дружкой. Но вот это... Так, слушайте, а у меня уже минус... Не, ну я должен выжить, я думаю. Тем более, что у меня прокачанные лекари. Блин, да заканчивайся, сделать 10. Фак. У меня тут есть, имеются проблемки, короче. Не, нормально, все нормально. Нормально. 13 больных, вылечимся. Пока они там друг дружку мутузят. Так, вот этого в скауты. Да, блин, все умерли скауты. Еще одного. Не, оранжевый. Не. У чувака 75% победы по лору. И он хочет, чтобы я пошел убил красного, у которого хрен знает сколько всего, и он остановлен. А. Понятно. Очень странно, короче, оранжевый поступил. Так, ну, сейчас интересно, конечно. Давайте сначала камень добывать. Потом ставлю... посольство. Ну, посмотрим, но я не знаю, я не вижу, что... Вот если... Проблема еще, видите, в том, что меня остановили в начале, и у меня мало территории исследовано. Я, может быть, убил бы красного, если будь у меня оранжевый след. Я просто уверен, что я не успею открыть даже оранжевого до того, как он бы выиграл наукой.
Так, у меня всего 5 раненых. На самом деле. Так, что там? Давайте, наверное... Нет, давайте подслушивание. Я понимаю, что лучше было бы просто науку поставить. Пошел скаутить меня. Не знаю, может, мне просто реально... Ну, у меня еды мало. Чтобы просто напасть. Хорошо, что у него прокачаны лекари. Очень много бабла у меня. Я думаю, что можно вот этого уже убирать. Ай. Надо накопить 240. Вот эту территорию забрать. Надо поставить башню, он будет на меня насылать своих. Своих падших мореходов. А, еще один. Ну, вот, то есть мне 28 населения, это мой максимум. Собственно, на этом будем держаться. Что нам еще тогда апнуть? А, можно вот эту еду еще будет апнуть. Давайте, хотя я могу счастливчика взять, еще одно здание построить. Или давайте стратегию обороны против падших мореходов. Так, апаем вот это, чтобы не было несчастных. Потом апну это. 229, можно забирать вот эту территорию. Так, а что у нас, кстати, по реликам? Пошли, соберем. Мне бы до 3000 еще добить. Следим по мини-карте, чтобы вот там армия нигде не бегала. Хорошо, что у него йотуна нету больше. Не может не радовать. Ну, в принципе, мне кажется, что я все-таки посильнее зеленого сейчас. Сейчас я апну, добуду этот релик, апну. Блин, давайте вообще башни еще поставим. Все-таки. Все самоцветы скоро появятся. Так, 4 релика. Вот эту мне надо одеть будет, чтобы отражал удары. Там еще есть, я понимаю, но надо идти на красного на самом деле. Нефиг откладывать.
Горит нуб я. Оппонент нуб. Все умеют в эту игру играть, кроме меня, понимаете? Один я тут нуб. Блин, ну зимой нападать. Ладно, тем не менее. Ну, неудачное время, но... Но вот так. Так, кого мне еще апнуть? Можно, кстати, домик апнуть один. Он себе минус, к счастью, кстати, сделал. Так, ну посмотрим, у меня 15. Сколько у него? Ну, то есть, понимаете, в этом месте драться очень неприятно будет. 14. Ну, понятно, что я тут не буду драться. Просто постоим, видимо. У меня еды достаточно. Вопрос, достаточно ли у него еды, чтобы так стоять. Какая вообще сила? У меня 17,6, у него 15,8. Вот в чем разница. Он не выдержал первый. Ну, зря, я считаю. То есть у меня 14, нет, 13 осталось, а у него? У него поменьше. Ну, то есть он про... У него не хватает ресов явно содержать вот это все дело. А я нормально стою. Ну, давай еще раз попробуем. Ну, походу, это был суицид. Так, а чё я зимой побежал? Ну, я, кстати, наверное, рановато. Ему бы, кстати, меня сейчас... Ну да, я не буду сейчас, пока зима. Зима, холода, все как будто изо льда. У него явно ресов не хватало содержать армию. Именно поэтому приходилось на меня нападать. Вот и все. Все объяснение его нападения. Ой, я что-то не то разбил. Ну, тут я не убью его полностью, но очевидно, что тут останется буквально... Хотя, не знаю, выглядит, что я так ему нормально все тут прореживаю. Ну все, это походу победа.
Это должна умереть. Не должен успеть убежать. Не убежала. Отлично. А говорили, я нуб. Даже обидненько как-то. Так, наверное, счастливчики, чтобы быстрее... Не будем терять юниты. А вот сейчас можно и потерять юниты. Ну, он сейчас сдаваться будет. Он ошибся в том, что он сделал армию. То есть у него не было ресурсов, он не восстановился. Я вовремя пошел на него нападать. И он вместо того, чтобы ждать меня внутри, он сделал армию. И думал, что я сейчас на него нападу на территории со щитом. А там плюс 50% к защите его юнитов, я бы все потерял. У меня, слава богу, была еда. Ну, давайте просто посмотрим. Я уверен, что так в конце и было. В общем-то, давайте последний откроем статистику. Да нет, у него была еда, вот. Подожди, где он потерял? Вот тут он где-то, да? Да, в принципе, он мог постоять, кстати. Я не знаю, что он на меня тогда нападал. Вылазил. Вот это ошибка его была тогда. Ему надо было просто стоять и все, и ждать. Чего-то. Да, но в отличие от него, у меня еда меньше, медленнее уходила. Видите, насколько у него быстро уходило, и как медленно у меня уходило. Ну, дерево одинаково было. Ну, золото он, вот все он вложил в эту армию. И все. То есть золота, собственно, у него больше не было. У меня его было немерено. В общем, через боль и страдания из-за начальных вот этих фиолетового и коричневого, конечно, получилось. Но не надо сдаваться. Понимаете, как вот делают, я в сети, вы тут видели, да, как народ просто на ровном месте. Надо верить, потому что в FIFA всегда что-то может быть. И в данном случае вот оранжевые и желтые, видите, были этими воронами. Но тут оранжевые практически он побеждал. А желтого кто убил, интересно? Тоже дофига денег было. Но тут у меня были очень большие проблемы. Ну, такая вот игра получилась. Спасибо, что досмотрели. По-моему, было весело. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!